Алматинскую гостиницу «ЖИТИСУ» пустили с молотка. Пятиэтажное здание площадью свыше 12 тысяч квадратных метров приобрело физическое лицо. Аукцион был проведен методом повышения цены. Торги длились 4 часа. Стартовая цена объекта составляла 1 171 000 000 тенге, но во время аукциона увеличить ее удалось в полтора раза от первоначально заявленной стоимости. Продав эту гостиницу, мы условием писали, что целевое назначение этого объекта остается гостиница. То есть на этом месте не будет построен там ни жилой дом, там ни ресторан. Там именно будет гостиничный бизнес. Будут те предприниматели, которые купили, они будут развивать гостиничный бизнес. В гостинице предстоит еще провести капитальный ремонт. Все работы будут контролировать специалисты управления архитектуры. Отмечу, что до приватизации гостиница «ЖИТИСУ» состояла на балансе социально-предпринимательской корпорации и в течение 3 лет приносила убытки. Их сумма на 1 июня текущего года составляла 240 миллионов тенге. В планах социально-предпринимательской корпорации до конца года выставить на продажу свои доли в компаниях «Монтаж Спецстрой», «Курлыс Консалтинг» и «Транссервис».